Наконец-то здесь никого нет. Как долго я ждал этого момента. Я всегда считал, что главной помехой правильной работе являются люди. Сейчас, когда их нет, чувствуешь себя гораздо приятнее. Особенно перед Новым годом. Когда большинство сотрудников «Дождя» еще не родилось, я уже был ведущим системным программистом Москвы. В России в жизни так устроено, что все последние штрихи всегда надо наблюдать через камеру. Прекрасно. Я не очень опытный ведущий, немного волнуюсь, поэтому прочту этот важный текст по бумажке. Итак, дорогие друзья, с Новым годом! 31 декабря «Только Белковский». Новый год с Борг. Истинные шедевры домашней коллекции на вашей кухне.